Всем привет! Вы на канале Планета Страйкбола. АКС-74 Gen 2 в пластике от компании E&L поставляется в картонной коробке с полиграфией. Комплект поставки включает в себя инструкцию, индивидуальный паспорт изделия, сам страйкбольный автомат, масленку, запасной предохранитель и механический магазин. Данная модель представляет собой страйкбольную реплику АКС-74 в пластике. Версия Gen 2 обладает рядом отличительных особенностей, которые касаются в первую очередь начинки. Здесь установлен специальный усиленный гирбокс с возможностью быстрой смены пружины, высокооборотистый мотор, серебряная проводка, стальная голова поршня и цилиндра, нозл с уплотнительным кольцом. Также данная модель характеризуется наличием спейсера, облегчающим постановку магазина, а также наличием индивидуального серийного номера и паспорта изделия. Отсек под аккумулятор располагается под крышкой ствольной коробки. Чтобы ее снять, необходимо нажать на кнопку фиксации крышки ствольной коробки и поднять саму крышку наверх. Здесь мы видим разъем мини-томия. Выполнена модель полностью из стали. Из пластика сделаны ствольная накладка, цевье и пистолетная рукоять. Модель имеет складной рамочный приклад. Чтобы его сложить, нажимаем на кнопку и складываем приклад на левую часть автомата до щелчка. Чтобы разложить приклад, отжимаем фиксатор и раскладываем приклад до щелчка. Предохранитель, он же переводчик режимов огня, имеет три положения. Положение предохранителя, когда спуск заблокирован. Положение автоматического огня. Положение одиночного огня. Чтобы получить доступ к регулировке Hop-Up, отводим имитацию затвора и, сдвигая ползунок в сторону приклада, увеличиваем степень подкрутки шара. Штатные прицельные приспособления представлены прицельной планкой с регулировкой по вертикали и мушкой, которую также можно отрегулировать по вертикали при помощи мушковерта. Для размещения оптических либо коллиматорных прицелов предусмотрены кронштейны типа «Ласточкин хвост». Для крепления оружейного ремня – антапки в передней части цевья и в районе узла складывания приклада. Постановка магазина стандартная для АК-серии. Цепляем передний зуб, доводим задний зуб до щелчка. Чтобы отомкнуть магазин, нажимаем на рычаг отмыкания и выводим магазин пяткой вперед. В комплекте поставляется механический пластиковый магазин. Чтобы заполнить его шарами, потребуется лоудер.